Мы начинаем наш семинар. И мой первый вопрос. Почему наука Каббала называется наука Каббала? С точки зрения того, что мы говорили о восприятии реальности. Как мы, где мы воспринимаем реальность? Как реальность, которую мы чувствуем, меняется? Посредством чего она меняется? И почему наука Каббала так и называется? Наука Каббала. Слово «получение». Как будто все время меня хотят обучить, что я принимаю, какую реальность. И о какой... какую реальность я могу управлять, и могу ли я ее изменить? Какая связь между определением наука Каббала, слово получения и восприятием реальности? Пожалуйста. Понятно? Вперед. Если непонятно, поднимите руку. Всем. Хорошо. Успеха. Каждый говорит кратко, в тему, против часовой стрелки, справа налево, вот так. И стараться как можно ближе быть друг к другу, не физически, а душевно. Быть в круге. Пожалуйста. So, this is a wisdom, it's called the wisdom of reception. We need to, if we want to get... Это наука получения. Если мы хотим прийти к какому-то постижению, к чему-то, что находится вне нас, мы должны находиться под каким-то влиянием. Влияние мы получаем от нашего окружения. Поэтому мы должны находиться под влиянием окружения. Так можем себя изменить. Я помню нашу жизнь, которая была до этого, когда я пришел в науку Каббала, жизнь изменилась. Когда я встретился с группой, начал чувствовать, что такое группа, изменилось восприятие реальности. Это не то, чтобы что-то вокруг тебя менялось. Ты меняешься внутри себя, потому что ты начинаешь чувствовать других, начинаешь думать о других и стараться, чтобы они вошли в твое сердце. Ты создаешь место в своем сердце, чтобы они могли войти. И с помощью этого мы можем изменить нашу реальность. Восприятие реальности может измениться только в работе в группе с такими же людьми, как ты, и где все прилагают усилия по самоотмене. И в отношении таких людей, при отношении этих людей ко мне, я и получаю ясную картину того, где я нахожусь. Когда мы изучаем, в особенности, когда мы учимся вместе, тогда пять органов чувств, которые есть в нашем желании получать. Мы раскрываем с помощью пяти органов чувств, которые мы получаем от группы. Мы начинаем получать кетер, хуму, бенуза, рампин, малхут, и мы начинаем чувствовать других иным образом, людей иным образом. Но это только если я меняю себя, начинаю чувствовать других. По моему скромному мнению, мне кажется, что Каббала — это ворота, через которые можно прочувствовать то, что чувствует Творец. Все
Творец представляет нам для того, чтобы мы почувствовали окружение. И если мы находимся в хорошем окружении, Творец показывает нам, что выбрать хорошие свойства, которые есть в товарищах. И поскольку я чувствую иное восприятие от своих товарищей, они мне показывают дополнительный путь, истинный путь, как жить. И этот путь, когда мы овладеваем методикой, мы начинаем понимать, в чем наука получения, в чем мудрость получения. А мудрость в том, что чтобы найти место, где нет никого, кроме Него, а не то, что есть в нас. Прежде чем мы вступаем в отношения с другими и с группой, я должен почувствовать свет и ощущение того, что находится вокруг меня, интуитивно. Как только я нашел, только тогда я мог соединиться с другими. Я думаю, что это первый шаг. Да, это большое изменение, потому что я нахожусь с собой в каждое мгновение. Это чистое получение. И я должен совершенно изменить это на что-то совершенно новое, что я должен раскрыть. Единственный путь для нас получить, мы можем говорить о получении в понятии получения наслаждения. Поэтому и также мы желание получать наслаждение. Это может быть выражено в понятиях желаний наслаждения материальных или желаний наслаждения общественных, вещей, которые мы делаем в обществе, счастье, успех, сила. И тогда мы приходим к состоянию, что мы не удовлетворены этими вещами, мы хотим чего-то большего, хотим все понять, все почувствовать. Может быть, мы уже хотим соединиться с другими людьми? Мы хотим постичь силу, которая создала все. Мы хотим осознать факт, что мы хотим получать. И каббалист обучает нас, что это самая великая вещь, которую можем получить. Поэтому методика обучает нас тому, как менять себя. Так что мы чувствуем реальность в совершенном и вечном виде. Я думаю, что мы эту методику чувствуем уже сейчас. Мы находимся в круге на Конгрессе, и есть у нас возможность видеть товарищей, которые все приехали с желанием, с намерением. Если мы говорим, что реальность зависит от нас, реальность зависит от нас, то как мы меняем реальность? Мы говорим, что реальность — это как фильм, кинолента, которая разворачивается перед нами. Как мы можем видеть место, быть на месте того человека, который нам прокручивает этот фильм? Высший свет, который прокручивает нам фильм. Как мы можем изменить наш фильм? Пожалуйста. Если реальность зависит от нас, как мы можем изменить реальность, как мы можем изменить кинофильм?
Я приведу пример. Это похоже на кинотеатр, где у каждого разные функции, но все занимаются одним. Так что я могу изменить? Я могу изменить отношение мое к ближним, я могу изменить отношение к ближним, к товарищам. И так мы можем сделать, показать хороший фильм о нашей жизни, что поможет нам постичь высший мир. Это можно сравнить, когда с тем, когда начинается фильм, когда вообще начали показывать фильмы, они были черно-белыми. Теперь у нас есть трехмерные фильмы «Суперсаунд». А когда мы объединяемся с товарищами, мы раскрываем реальность. Когда мы начинаем получать жизнь от Творца, у нас все изменяется, мы уже начинаем видеть в трехмерном пространстве без очков, все меняется. Я чувствую, что путь изменения реальности — это в том, чтобы представлять Творца. Но наше представление о Творце не может действовать, работать самостоятельно. Я предполагаю, что это связано с соединением с высшей силой. В каждом состоянии все, что перед нами, определяется Творцом, и изменить можно только намерение, когда мы либо смотрим на это через желание получать, либо по-другому, что я могу отдавать ближнему, и так раскрыть свойства, которые больше, чем наши. Восприятие, находящееся в необычной реальности, получать для себя. Из-за того, что Творец создал единую общую душу, которая разбилась, с помощью того, что мы соединяем все эти расколы, складываем вместе этот пазл в группе, в том состоянии, в котором он находился в начале, мы постепенно меняем реальность, которую мы ощущали до сих пор. И когда мы завершаем этот пазл, мы совершенно меняем реальность. И мы можем объединиться, соединиться с этим образом Творца, представлением о Творце, с помощью методики, когда понимаем, что у нас есть определенная выгода в том, что почувствовать высшие миры. И соединение с группой притянет свет, который переместит нас туда. Мы это не можем это сделать собственными усилиями, а только с помощью света. И это по-настоящему интересно, потому что для нас эта теперешняя картина кажется настолько истинной, и нет точки сравнения. Поэтому я должен думать, почему есть мир передо мной, полный столькими деталями, и мы начинаем понять, что все это создано для нас, для того, чтобы постичь эту истинную реальность. И в истинной реальности есть столько параметров и деталей, что невозможно себе представить. И это нас настолько меняет,
Есть приближенная картина этой духовной реальности, но очень абстрактная. С помощью этого мы можем начать изучать духовный мир, находясь уже в этом мире. И здесь же входит наше поле действия, методика, потому что если у нас есть группа книги Рав, мы очень можем быстро начать чувствовать что-то, находящееся над нами. У нас есть все для того, чтобы это делать. Есть товарищи, методика, есть Рав. Все зависит от нас. Если мы хотим изменить реальность, и восприятие реальности других людей в мире, мы должны почувствовать, что все зависит от нас. Мы здесь не просто для того, чтобы хорошо провести время, а мы должны напоминать себе, почему мы находимся здесь, и это наша задача. Мы должны дать эту методику, передать эту методику, ключ другим людям, для того, чтобы постичь это. Потому что когда мы... Если мы постигнем, то мы можем взять только вместе, совместно. Мы находимся в этом окружении, но только не только в Израиле, во всем мире. Если ты делаешь усилия, выходишь вне себя, то все эти путаницы, в которых мы находимся, очень легко исправить. Я хочу сказать две вещи. Одно, я чувствую, что мы должны идти систематически и внутрь, и вверх к Творцу, и не впадать в ложные ощущения. Это высшая врата. Почему без группы я не могу прийти к восприятию, к истинному восприятию реальности? Почему без группы я не могу прийти к истинному восприятию реальности? Почему не могу прийти к истинному восприятию реальности без группы? Без группы мы бы были порабощены желанием получать, и мы бы думали, что мы исправлены, но группа — это то место, где Творец показывает нам все те свойства, которые мы должны в себе изменить, дает нам возможность прислушаться и быть частью какого-то коллектива, и это изменяет наше мышление, образ осмысления вещей, и мы должны искать эти вещи в каждом товарище в группе. Потому что только я один, я являюсь маленькой частичкой. Я только эгоизм. И точка в сердце слишком маленькая, мой эгоизм гораздо больше, и я не могу его сам преодолеть. Только когда мы отменяем наш эгоизм, только благодаря этому мы можем увидеть Творца в свойствах товарищей в группе и построить новый решимот, и изменить наш экран тем, что мы видим в других. Только так мы сможем сделать изменения. Есть смешная история о человеке, которого
звали барон Мюнхгаузен, и он всем рассказывал все, что происходило с ним, все это ложь, и то, что он может вытянуть себя за волосы из болота вместе со своим конем. И вот эта иллюзия — это то же самое, что пытаться достичь Творца, пытаясь преодолеть самому свой эгоизм. Это настолько невозможно. Сделать это самому, что каббалисты даже не упоминали даже группу, скажем, в трудах Рабаша. Это насколько... Настолько было им ясно, что невозможно преодолеть себя, но ты должен получить силы от другого, из другого места, силу Творца, которая вытянет тебя наружу, потому что сам ты не можешь этого сделать, нет никакой точки опоры, нет никакой силы. הקבוצה זה דבר מיוחד. הקבוצה היא דבר אינטימי ומאוד רגיש. Группа — это очень интимная вещь. Это как радиостанция. Мы хотим найти правильную частоту для того, чтобы с кем-то соединиться. В группе у нас есть особенные законы. Есть законы, где мы отменяемся друг перед другом. И на протяжении этого мы можем соединиться с центром круга. Мы стараемся выстроить нечто новое, где можем дать что-то товарищам. И есть так много разных аспектов в группе, и я не знаю, как я вообще могу жить без нее. Она меняет твою систему ценностей, дает тебе уверенность, что ты можешь упасть на ее руки, она дает тебе поддержку, приоритеты, любовь. И неважно, что происходит, это нормально, неважно, в каком состоянии ты находишься, ты получаешь эту любовь. И как ты сможешь найти в этом мире то, что быть маленьким — это великая вещь? Как найти то, что важным является вера выше знания? Как найти эти ценности, поскольку они не являются частью нашего эгоистического мира? И поэтому без группы ты ничто, без товарищей ты ничто. И ты знаешь, что ты можешь обратиться к ним каждый раз, и товарищи побеспокоятся о тебе, неважно в каком состоянии. Группа — это микрокосмос, микромодель всего мира, и мы создаем там такую сильную концентрацию реальности, и важность каждого человека такова, что мы чувствуем, что мы не останемся одни в этом творении. Никто из нас не будет потерян, никто не окажется в пустоте. Есть еще люди, которые присутствуют в нашем творении, и представление — это представление Творца. Группа показывает мне все, что я должен видеть, величие товарищей, даже в то время, когда я совершенно ненавижу. И Творец раскрывает себя в мнении, которое существует в группе. Без этого мы бы продвигались вперед и думали, что все в порядке, но нам нужно видеть две стороны монеты, чтобы найти среднюю линию. Это всегда является задачей. И иногда группа показывает прекрасные вещи, которые она делает. И это то, что выводит нас наружу в тот момент, когда мы падаем в те места, не только когда появляется отчаяние, но нам иногда показывают места, которые мы не хотим изменять. Там мы должны видеть две стороны, и хорошую, и плохую. Как любящие родители, которые хотят только блага своему ребенку.
И все, что мы должны делать, это почувствовать, постараться почувствовать это, постараться выработать отношения и прилепиться к этому ощущению, чтобы мы могли по-должному, по достоинству оценить то, что они делают на его благо. И только видеть эти вещи, когда все остальные являются Творцом, и все приходит через них. Почему материальный мир мы видим в себе индивидуально, якобы, а духовный мир мы можем видеть только в группе? Почему материальный мир мы видим таким, как он нам представляется? Лично, даже если я буду в джунглях, где-то один, я все равно почувствую наш мир. А духовный мир я могу почувствовать только в группе. Почему? Why is it only possible to perceive the corporeal world in your own sense? Лама забил ты в шарлит после того. Почему невозможно воспринять истинный мир? Материально ты находишься только можешь найти только в своих чувствах, а духовный в группе. Единственное, что существует, это духовное состояние, и этот мир является иллюзией. И мы его так воспринимаем, поскольку мы находимся в разделении. И эта иллюзия, или цель ее, в том, чтобы мы пришли к ощущению истинного духовного мира. Внутри себя я могу присоединиться к 9 другим, соединиться с их сердцами. И это говорит о том, чтобы нужно собрать все разбитые части вместе. Если у нас есть лучший экран, лучший клей, который позволит нам призвать Творца на помощь. Потому что мы знаем, что Творец создается на единстве. А я сам не могу войти в этого единого, только когда объединен со своими товарищами. И через объединение с товарищами я создаю хотя бы небольшой круг, в котором есть возможность начать объединяться. Может быть, не с Творцом, но тоже с какой-то очень маленькой частью сути Творца. И с помощью большей группы нашего общего объединения у нас есть возможность еще глубже войти в эту суть Творца. Это не через меня, это только с помощью того, что я выхожу из себя в соединение с моими товарищами. Это очень важный вопрос. Я чувствую, из вопроса Рава, что Творец создал очень много наших видов, образов в группе, в человечестве, чтобы я не был один. И так или иначе, нам нужна группа, нам нужен весь микрокосмос и ближний, для того, чтобы мы вспомнили, что мы такие же, как Творец, но
Я думаю, что внешний мир — это место, в котором Творец позволяет нам практически прийти к тому месту, найти место, в котором есть объединение, есть какой-то микроскоп, который мы можем смотреть на реальность, видеть ее в очень точном виде и откалибровать себя в направленном восприятии, которое нам необходимо и ведет нас к месту, в котором мы начинаем чувствовать миры. И тогда без группы мы бы находились просто в этой лаборатории, но не смогли бы ближе рассмотреть это. Да, верно. Моя суть, я по своей сути эгоист. Эгоист до мозга костей. Есть только одна искра в ней, которая стремится к Творцу. Проблема с трансляцией. И это становится нашим знанием. Это единственное время, где мы можем начать получать ощущения Творца и духовного мира. И, по сути дела, с помощью группы и семинара у нас есть возможность раскрыть Творца именно сейчас. То есть мы можем сейчас выйти из себя наружу в небольшой степени и получить это ощущение высшего света. Не думать, не надо думать, насколько велик Творец, сотворивший мир. Только посмотреть друг другу в глаза, почувствовать друг друга и прийти к этому единству немного, подойти к нему немного ближе. Нет ничего более великого, чем послушать слова товарища, почувствовать их в сердце, согласиться и позволить им войти в сердце. Я все время возвращаюсь к теме единства. Мы пытаемся отменить наше мнение, найти мнение группы, как сказал наш великий товарищ. Ты можешь просто потерять себя, но найти себя в группе — это очень особое ощущение. Продолжая эту мысль, группа — это море. Мы входим в море, выходим в море. И это есть правильная мысль. Скажем так, что в моем народе я нахожусь, и любая возможность сосредоточиться на объединении, на мысли о нем, дает нам возможность найти объединение, в котором мы так нуждаемся. Потому что эта группа — это самая малая единица, которая может получить воздействие Творца. И это наша работа. Наш эгоизм не будет, чтобы наш эгоизм не сопротивлялся тому, что говорит другой человек. А то, что я не могу не согласиться, но, может быть, я смогу увидеть состояние, в которых находятся другие члены группы. Я должен отдаться этому. И чем дальше мы идем по этому пути, тем проще становится работа. Это не связано с духовными уровнями или большими вещами. Это вопрос оценки товарищей. Почувствовать, что есть моменты, когда ты зол, и находишься внутри себя, нужно сделать только шаг к ближнему. Я думаю, что мы должны всегда напоминать себе о том, насколько мы должны находиться в радости. Я люблю круг, потому что так сидели Раби Шимон со своими учениками в пещере. И я думаю о маленьких-маленьких вещах, которые мы раскрываем, и о тех больших-больших вещах, которые они раскрыли.
и в частности находишь частное, я думаю, что мы можем сделать эти вещи, когда я думаю о методике, которую мы применяем. Я думаю о том, что наконец мы найдем возможность достичь любви, как у Раби Шимона. Если группа является кли, и большим кли, это позволяет с помощью этого большого кли получить знания о Творце. Все товарищи показывают мне все, что должны видеть, как мои чувства могут подниматься и спускаться каждый момент времени, и как мы можем выйти из себя. Это единственное место, где мы можем это сделать. Это единственное место, где, куда люди приходят с правильным намерением, это дает там шанс сделать это. Просто это возможность возлюбить ближнего как себя, и только благодаря тому, что мы не будем находиться в эгоизме, и тогда с помощью того, что мы будем видеть величие товарищей, товарищи дадут нам то, чего не было у нас до этого, и это помогает нам продвигаться. Сейчас продвигаться означает забыть всякие маленькие и глупые вещи, которые занимают 99% нашего времени, и сосредоточиться только на одном — объединиться в круге и между собой. И это объединение в круге, мы, находясь в кругах, у нас есть еще десятки, мы должны это отдать другим. У нас есть, мы представляем разные народы, и конгресс только начался, и мы должны находиться в этом намерении, так чтобы этот фильм стал достоверным. Давайте сделаем это вместе, друзья. Мы изучаем, что мы развиваемся от «я» к «мы», от «мы» к «одному», «единому». И ты можешь найти ощущение «единого» только в круге. И когда ты находишь это, ты бросаешь себя туда и находишь себя с товарищами только там, и только там я чувствую атмосферу «единого». Это единственное место, когда я вместе с группой. В том, что я чувствую, Творец находится здесь, потому что здесь я могу почувствовать группу, и это является демонстрацией Творца, который находится вне нас, в то же время в нас. Это сочетание очень удачное. Что все-таки есть на конгрессе, чего нет в группе? Что есть на конгрессе больше, чем есть в группе? Что есть на конгрессе больше, чем в группе? Ну, скажем так, когда-то были каббалисты во всех поколениях. Каббалисты во всех поколениях только строили группы, да? Группа Раби Шимона, группа Ари, группа Бааль Сулама, группа Рабаша. И так повсюду в мире были группы. Что особенного есть в нашем времени, когда нам необходимо, кроме групп, собирать сами группы на конгрессы? И это призыв времени. Пожалуйста.
Я думаю, что конгресс, так как мы видели за последние годы, ставит нас на более единую основу, и мы видим, как интегральная система реализует себя, когда мы соединяемся в кругах, и это больше, чем сама группа. Если мы рассмотрим распространение за последний год, мы видим, что люди начинают участвовать на конгрессе, и это всех ведет к исправлению. Потому что мы говорим о развитии эгоизма. И эгоизм все время растет. И для того, чтобы больше пробудиться, нам нужно больше людей, больше точек в сердце, которые пробуждаются. И поэтому это время настолько важно, поскольку у нас есть, в нас возникает такое большое сопротивление. В наши дни эгоизм разрушает мир. Поэтому на конгрессе мы можем работать интенсивно над нашим объединением в течение нескольких дней. Это дает нам сильное соединение для того, чтобы работать на исправление. Да, у нас было так много конгрессов в последнее время. Сейчас мы понимаем, насколько они нужны нам. Мы думали, может быть, мы сможем раз в год приезжать на конгресс в Израиле и хорошо себя чувствовать в остальное время года. Нет. Сейчас мы понимаем, что есть что-то, в чем мы нуждаемся, для того, чтобы мы могли делать нашу работу на протяжении всего дня. Этот конгресс должен стать конгрессом для новеньких, новых учеников европейского Learning Center, и это станет большим конгрессом. Все европейское КЛИ провело большую подготовку, все принимали участие, все товарищи. И цель наша — это распространение. Поэтому у нас есть эти конгрессы, куда могут приехать товарищи. И сблизиться физически. Например, только в Европе идет много акций по распространению, в которых участвуют все. И им нужно было объединиться для этого, поэтому конгресс — это место, где ты можешь собрать все точки и ходить их в одно сердце. В системе, я думаю, говорится о количестве и качестве, поэтому, когда ты ты создаешь как бы ядерную реакцию, и все вместе объединяются, это передается, и тогда все расширяется по всему миру. А сейчас песня.
this moment when we are together, together as one.